Сотрудниками полиции УМВД России по Одинцовскому округу по подозрению в сбыте наркотиков задержан 23-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья. В ходе личного досмотра у него были обнаружены и изъяты 57 свертков с порошкообразным веществом. Экспертизой установлено, что содержимое двух свертков является героином. Общая масса изъятого составила более 85 граммов. Возбуждено уголовное дело.